должен был забивать сразу. Но здорово. Все хорошо, что Кулаев хорошо кончается. Все здорово, что так хорошо кончается. И, в общем, эта атака, она быстрая атака. Мы говорили, что не было быстрых атак в первом тайме. А эта атака, она заслужила гол. И смотрите, как здорово все разворачивалось. И Муса выходит. Но выигран. Ну куда дальше? Еще вот одно лишнее движение. И такой легкий. Получает легкий тычок в спину. И пас. И Еременко не забивает после передачи Дзагоева. И тут, как вы видите, Дзагоев здорово нашел Еременко. Еременко бил в одно касание, в противоход. Спас вратарь. Но, к счастью, отскочил на Тошича. Но сначала снова Муса сам от ноги отскочил. И все. Но вовремя сообразил. Отдал Дзагоев. Очень здорово Дзагоев. Вратарь спасает. И все. Здесь уже спасти невозможно. Тошич. Браво, Тошич. Один из важных голов Тошича. А мы помним, ох, какие важные голы этого сербского полузащитника за ЦСКА. Ну что же. Ну вот, стало полегче. 2-1. 2-1. Тошич.